монстрик висит в воздухе. Он не стоит ножками. Да, я... Да? Да, и квакает. Вот такой вот фокус. Привет! Всем привет! Что делаем? Сегодня у нас влог. А что делаем-то? Сейчас мы будем... Тусовкой всей. Во, да. Наша машина едет. Ура! Мы едем гулять. Да. Это была не наша машина. Смотри, продолжаем разговор. Продолжаем разговор. Соня, ты куда едешь? Соня едет... Ой, бабушку взяли. Алису оставляю. А третьей руки нету. Прихватите Алису. У нас сегодня день города. Сегодня и завтра, да? Да. А что ты так радуешься? Да потому что завтра мы пойдем на концерт. Мой любимый мама Любы, давай, давай. Да, завтра идем на концерт, а сегодня гулять. Все, приехала машина. Соня, ты что тут разложила? Алиска, что, стоим на кассе? Да. Выбрали коляску. И выбрали еще сегбор. Все, Соня уже устала. Мы не знаем. Посмотрели, сказали. Собачка. Покажешь потом. А вот сюда мы завтра с Алисой придем на концерт. Вот там монтируют сцену. Не знаю, видно, нет? И сейчас вот я туда. Открываю свитбокс. Алиса уже собирает свой свитбокс открывать. Завтра сюда приезжает группа Серебро и Наргиз. И мы с Алисой обязательно придем на концерт, да? Да. А еще будет праздничный фейерверк, салют. Да. Так, пойдем искать бабушку. Где там наша бабушка? О, бабушкины мармеладки, она их обожает просто. Коробочка да. Мне не нужна. Мармеладки, зеленый пакет. Классный. Ну давай, открывай, посмотрим. Ну, показывай, кто нам попался. Такой песик. Классный, рыжий. Книжку читает? Да. Слушай, а что у него нос? А, нет, нормальный нос. Я думала, у него как пятачок. Пойдем дальше. Мы вам дома покажем вкладыш. Купил Алиске вкусняшку вот такую вот. Фруктовый салатик, да? Да. У нас здесь какой-то передвижной табрик стоял. Представляешь? Так, Соня с бабушкой вон идут. Он что, на ногах ходит и на табрис? Наверное. Сонька с бабушкой. Что там дядя делает? На шаре катается. Что-то играет, да? Обезьянка там сидит. Все, Соня с шариком. Соня! Соня, в толпу, в толпу. Алис, кто там, смотри. Царь Нептун. Ой, какой он страшный. Это какой-то царь Нептун Кощей. Да, Алис? Страшный? Алиса жует фрукты. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Соня. Соня. Соня, вон, Сонечка. Зая, я здесь. Ребят, мы сейчас увидели, что оказывается этот монстрик висит в воздухе. Он не стоит ножками. Да? Да, и квакает. Вот такой вот фокус. Алиска удивилась. Представляешь? Что, еще шарик купили? Алисе мало одного шарика. Вот там шарик, вот тут шарик. Смотри, какая у нас тут красота, да? Да. Пойдем. Шарики. У нас здесь ярмарка. Много всякой всячины. Ну, это сквиши. Нет, вот там вот изделие ручное, вот это красиво. Да. Сколько тут всякой красоты.
Все, идем уже в сторону дома. Чуть-чуть осталось. Я позову Риту веселиться с вами и с Ритой. Так, Алиса пойдет подружку звать. Соня едет, уже спит в новой коляске. Соня, тебе как, удобно? Побежала, побежала. Мне вообще даже поворачивать не надо. Все, Алиска побежала звать подружку. Привет. Беззубая команда. Рита просто делает уроки, и поэтому чуть позже придет. Пришли, короче, домой. Будем клеить наклейки. Да, вот такую штуку наклеить на и телефон. Покажем, как зовут нашего песика и вкладыш. Стикерсы купили. Они вот тут, у них разное назначение. И на одежду можно, на сумки, и вот на телефоны тоже. Поэтому решили Алиске разукрасить ее смартфон. Покажи, какие мягенькие. Они очень мягкие. Такие прикольные. Объемные. Ну что, давай пробовать. Давай. Тащи телефон-то, что, а давай. Я не знаю. Вот мой телефон. Давай, наклейки. Какую выбираешь? Радугу, маленькую такую. Ну давай попробуем. С тучками, да, с облачками. Хоп. Давай на самый верх. Да, наверное? Как да, ты хочешь? На вот самый так? Верх, да. Чтобы можно было много наклеек наклеить. Как вам получается? Ух ты, красота. Мне кажется, прикольно. Нет? Да, прикольно. Такие тучки мягенькие. Может, еще звездочку приклеим? Ну давай. И чуть поближе, а то будет вылазить. Вот так? Да. Прикольно. Как проходят наши вечера? Я выходила всего. Алиса залезла за этот шкафчик с игрушками, понаходила всякой мелочевки, еще и мусора. Алиса, это надо теперь убирать. Ну что это на полу такое валяется? Кошмар. Веник не уносила? Давай вперед. Где веник? Ушел. Как ушел? Вон он лежит. Ну, Алиса, он же в коляске. Убирай давай. Я не знала, что он в коляске. Подметай и собирай этот весь мусор. Кошмар. Мало того, что игрушки кругом валяются, так еще и мусор. Соня подобрала какую-то палку. Что это такое? Не знаю, какой это палку. Какой-то кошмар. Давайте убирайте. Убираю. Ужас. Ужас, что в комнате творится. Убираю. Алиса, это не уборка. Нормально убирай. Соня смотрит любимый мультик. Бубу. Алиса что делает? А где мыльные пузыри? Ты же собиралась пускать мыльные пузыри. Соня, привет! Смотри, что есть у Алиски. Мы же мыльные пузырики купили, ты забыла? Пускаем пузыри. Красивый, да? А у тебя же конфета во рту. Сонь, ты видала, пузыри летают? А у Сони что? Какое колечко! Кто подарил Сонь колечко? Тайный поклонник. Я снимаю. Мама, ты пускаешь пузырики? Соня. Пускаем. Да. Пузырики. Какие большие пузырики, да, Соня? Соня, мультик я смотрю. Такое лицо. Это не видно мультик. Так, носочки. Ну, Соня, зелененькие. Соня, так? Только ради бога не в стол. Ой, прилетел. Ой, прилетел. О, смотри-ка, котяра спит. Да, мы обклеили все и даже планшет. Да, мы, кстати, планшет так и не показали, как мы обклеили. Смотрите, какая красота. Я сама выбирала, как клеить. Алиска сама все клеила, очень здорово. Мне нравится их фактура. Красивые такие. Ну, под кожу как-то сделаны они. Прикольно. Алисонька садится ужинать.
Что у тебя на ужин сегодня? Наггетсы и макарончики. Наггетсы и цветные макарончики с соусом болонезе, да? Какая красота. А кто тут еще с тобой? Куколка Лол? Собачка сидит, книжку читает, кушает, да? Приятного аппетита. Спасибо. Вот такой у нас сегодня был день. Всем пока.